Еще одно дошкольное учреждение городского округа Люберцы отметило круглую дату. Детскому саду номер 1720 «Новости» исполнилось 60 лет. В честь юбилея сотрудники и воспитанники устроили праздничный концерт, на который пригласили и нас. Воспитанники детского сада с необычным названием «Новости» отмечают день рождения. Именинник особенный и дата круглая. Сегодня ровно 60 лет, как двери этого учреждения впервые распахнули для маленьких жителей Малаховки. Для воспитателя Елены Куличковой юбилей детского сада как личный праздник. Здесь она работает уже 18 лет. До этого я работала в Малаховской 46-й школе учителем начальных классов. Потом перешла в детский садик, в коррекционную группу логопедическую. И вот по сей день работаю в этой группе. Когда мне было 17 лет, я еще не знала точно, что да, вот именно туда я должна идти. Но потом со временем поняла, что это все-таки моя дорога, мой путь. На празднике, посвященном 60-летию сада, Елена Владимировна оказалась в числе награжденных сотрудников. От имени главы городского округа Люберцы ей вручили знак отличия за доблестный труд. Слаженную работу коллектива дошкольного учреждения отметили также депутаты и представители управления образованием. Детский сад 1720 отличает не только то, что здесь собрались люди, которые любят свою профессию, обожают детей, которые отличаются стабильностью своего педагогического коллектива, но эти люди еще и умудряются, в какое время, где они находят его, это свободное время, заниматься наукой, разрабатывать методические пособия, которые пригождаются и применяются на уровне всего региона. Детский сад 1720 открыло для своих сотрудников агентство печати «Новости». Отсюда и его название. Тогда дошкольное учреждение работало в круглосуточном режиме. Сегодня детский сад «Юбиляр» по праву считается одним из передовых. В прошлом году он вошел в реестр 100 учреждений образования Московской области по реализации регионального проекта «Прискул». Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.